Добрый день, дорогие москвичи! Мы рады видеть вас на нашем большом праздничном концерте. Сегодня нашему городу Москва исполняется 874 года. Давайте громко-громко поаплодируем! И сегодня мы поздравляем всех-всех с замечательным праздником, днем рождения нашего любимого города. Этот праздник мы постараемся сделать ярким и незабываемым. Будьте сегодня счастливы вместе с нами. И сегодня с вами мы, телеведущий, актер, фотомодель, обладатель престижных премий Денис Зайцев. Прекрасная актриса, певица, модель, блогер, посол мира, лидер прямых трансляций Сара Окс. Друзья, громче, громче, аплодисменты. Как ваше настроение? Поднимите ручку вверх, если все хорошо. Будет еще лучше, потому что мы только начинаем и, конечно же... Да, Сарочка, я вижу, что у наших москвичей настроение замечательное и отличное. Это потому, что сегодня, здесь и сейчас состоится праздничный концерт с участием участников телепроекта «Голос дети» и шоу «Собачек Йорк». Ваши аплодисменты, друзья! Ну что, давайте начинать наш праздничный концерт под громкие-громкие ваши овации. Встречайте, на сцену поднимается ученица школы вокала «Меломаника», педагог и продюсер Андрей Юрец. Она участник многих телевизионных проектов и шоу, лауреат конкурсов и фестивалей. Ивита Пачеко, под ваши громкие аплодисменты.